Прогресс в реформировании Украины отмечают и европейские политики, но всякий раз лидеры ЕС и депутаты Европарламента не упускают возможности напомнить о том, что реформы и законодательные изменения принимались в рамках соглашения об ассоциации Украины-ЕС и получении официальным Киевом безвизового режима со странами Евросоюза. Реформы нужно продолжать. Безусловно, это не конец. Думаю, что многое уже достигнуто, но преобразования должны продолжаться в сфере бизнеса, в юридической сфере. Необходимо также принять ряд антикоррупционных решений. Это то, чего все ждут. И я полагаю, следует подчеркнуть, что весь процесс важен, не только цель. Это путь, благодаря которому Украина становится ближе к ЕС. Самая большая, критика, которую иногда можно слышать со стороны Европейского Союза в адрес Украины, это местами непрозрачная система. И вторая большая проблема, вы знаете ее лучше меня, это коррупция, к сожалению. Но во всяком случае мы слышим политические заверения вашего руководства, что коррупция, борьба, вернее, с ней, это приоритет. Это бесспорно хорошо.